Здравствуйте, хочу вам показать один старый дедовский способ, как сделать приманку, долгоиграющую, можно сказать, для этого, для рыбы. Берем манку, засыпаем немножко, так, чтобы в руку влезла водичка. Ну и вот, берем ее в руку и вымываем вот эту вот белую муть потихоньку. Вода теплая должна. Ну, вот тут я одну вымывал уже, сейчас я вам покажу. Вот она уже, когда минут 5-7 повымывал, она уже становится рыхлая такая. И каждый раз при зажиме промывайте эти зернышки с руки, вот он остается. Раз, промыли, убираем эти зерна. Кропотливая работа, но она того что. Этого кусочка вам хватит. Ну не вам, троим точно на сутки ловлю рыбу. Вот так я промываю, но он уже рыхлый, видите, какой потихоньку. Кому лень весь процесс смотреть, перемотаете там, посмотрите, что получается под конец. Может, кого заинтересует. Или кто-то знает, тоже дед может ловил, показывает. Вот, вымываем. Она уже постепенно становится как жвачка. Видите, такая рыхлая. Вот нам все зернышки вымыть надо. Сейчас уже под конец, можно не бояться напора воды. Куда она денется? Знаете, как резинку. Ну, все зерна еще не вымыли. Потихоньку вымываем. Thank you.
получается вот у нас штука такая, как жвачка, которую едят червяки, если в вашей манке или муке. Можно с муки такую процедуру. Завелись червяки, то вы такую штуку у себя не сделаете. Они пожирают вот эту вот резину. Криковину. Да. И все, вот получилась такая жвачка. Кусочек отцепили, нанизываем на крючок. И этого она может наверх подняться, раз ее вниз на крючок обратно зацепили, ее хватит. Вот этого кусочка хватит на троих в течение суток ловить. Все, спасибо за внимание.